Джойстик, привет. Привет. Хай. Как ты воспринял новость о Invitational и как отнеслась команда к этой новости? Ну, я думаю, как и все команды, мы приехали на буткемп, готовились тут очень долго. И уже на визы подали, уже ждали результатов, билеты, все было забронировано, отель и так далее. И, к сожалению, перенос. Но мы рады из-за того, что это перенос хотя бы, а не вообще отмена полностью турнира. Такого крупного. Единственная проблема в том, то, что он будет, получается, вместо мажора. И EU-лига, которая будет сейчас, в марте начинаться, мажора не будет, и распределяться призовые и очки на следующий Invitational уже на 2022 год именно вот в этой лиге. Получается, отмена мажора, и вместо мажора будет проводиться Invitational. Ну, в принципе, это никак особо не повлияет. Единственное, что мета немножко поменяется, потому что сейчас анонсировали новые изменения, и будет надо к этому готовиться. Да, в принципе, единственное, чего жаль, то, что мы сели на буткемпе достаточно продолжительное время, и было очень много потрачено сил на подготовку. Но самое главное, что турнир не отменили, а перенесли, поэтому особо расстраиваться не стоит. Мы, я надеюсь, сможем все-таки набрать очень хорошую форму перед Invitational и показать хороший результат. Так что, в принципе, ничего в этом страшного нет. Ну, как воспринял? Нормально воспринял. Даже, наверное, в какой-то степени для меня это облегчение, так как перед самим турниром я неважно себя чувствовал и не мог полноценно подготовиться. Но все равно чувствовалась какая-то обида, досада за то, что, ну, за то, что мы потратили очень много времени на подготовку, хоть я и не мог выкладываться на полную. И это время, не сказать, что было потрачено впустую, но все равно было немного обидно. Ну, команда, наверное, такого же мнения, я думаю. Что вообще думаешь насчет того, что сделали перенос и мейджора по результатам вот этой пролиги не будет? Ну, даже вроде как-то призовые распределяют на пролигу. Также можно сказать, что первый стейдж пролиги это и будет, так сказать, мини-мейджор какой-то, где надо будет занимать хорошие места, чтобы получить побольше призовых. Но главное, что Invitational поставили вместо мажора, они просто так его брали, так что, в принципе, хорошо отношусь к этому. Ну, я рад, что все-таки Invitational перенесли, и не надо заново на него квалифицироваться, так как мы хорошо поработали. А насчет мажора, ну, ничего не думаю. В принципе, разницы особой нет. Просто команды будут более усердно играть и, так сказать, потеть. У вас совершенно неожиданно появилось свободное время. Как вы его провели, чем занимались и что нового в вашей жизни? Ну, в принципе, все люди, которые думают, что у нас как-то отличается времяпровождение, когда у нас появляется неожиданный отдых от того, чем мы занимаемся обычно. Как бы оно никак не меняется. Мы сидим, играем и ничего в основном не делаем. Но я вот скатался в Сочи на 5 дней. Там прикольно, но мы попали в сезон... Не в сезон, а в эти 5 дней был снегопад лютый, и туда собралось очень много народу, поэтому катание было не особо комфортным. Ну а так, по кайфу съездить, развеяться, отстраниться от компьютера. Ну, очень много чем занимался. Вот, ну, недавно вот играли, получается, 12 часов ранкет нон-стопом. А так, в принципе, вот другие дни мы играли там по 6 часов ранкет, вот по 5 часов ранкет. Так что вот очень хорошо отдохнули от игры, ну и готовы к тренировкам по-новому. Может, фильм какой-то интересный посмотрел? Не, кстати, фильмы я очень много. Я вот пересматривал там всякие «Хоббиты», «Бегущий в лабиринте». Короче, все вот эти всякие фильмы, где там несколько частей, типа там вот «Тихоокеанский рубеж». Вот все вот эти фильмы все посмотрел вообще. Там «Гарри Поттера», все что можно, все пересмотрел по 100 раз.
Ну, еще передачи всякие там смотрел, типа там «Черный список», там кулинарные всякие передачи смотрел, вообще залип, просто сел, смотрел сутками. Ну, пару раз, так сказать, потусил с знакомыми, вышел из дома, отдохнул культурно очень. Посмотрел пару сериалов. «Охотник за разумом», отличный сериал, советую. «Ход королевы» вот недавно начал смотреть. Посмотрел пару аниме, пару фильмов. Отлично. Новая пролига стартует уже очень скоро. Как относишься к изменениям в формате? Изменения в формате нам очень нравятся. Всей команде наконец-то они додумались до того, чтобы убрать эти ничьи и хотя бы приравнять все регионы к одному формату, потому что раньше мы смотрели, у одних было 3, у одних было 2, что-то происходит. Одни играют на лане, другие в онлайне. Непонятная какая-то ситуация. Сейчас все приравнялись к одной системе. Наконец-то не будет ничьих. И команда, которая будет побеждать в овертаймах, будет получать 2 очка, но команда, которая как бы борется все равно в овертаймах и проигрывает, у нее будет 1 очко. Утешительный приз у них будет, 1 очко, не будут они как бы плакать, что получили ничего. И это отличная система, я считаю. Очень хорошо придумали. Ну, это хорошо, наконец-то не будет ничьи. И плюс сделали нормальный такой, так сказать, формат, то, что в овертаймах победитель получает 2 очка, а проигравший 1 очко, так сказать, поощрительное. Поощрительное очко, так назовем. Так назовем его. Ну, и, в принципе, это отличный формат, мне он очень понравился. И также уравняли все регионы, потому что раньше там где-то было непонятно что, там у одних было 3, у других было 2. У нас вообще там бедный регион был 1, без овертаймов играли. Нет, еще с овертаймами. А нет, мы без овертаймов играли, да? Мы без овертаймов вообще играли. Как мы играли, я не понимаю. Слава богу, сделали все красиво, и, ну, и остается только показать себя хорошо. Ну, вот это изменение, вот одно из немногих, которое меня реально порадовало. Потому что, например, в первом стейдже, там, где мы заняли 8-е место, нам как раз-таки не хватило очков, которые мы получили, ну, могли бы получить, если бы у нас не было ничьи на костлайнах. И тогда бы у нас было хорошее место в этом стейдже, и мы бы играли в финалы Европейской лиги, если бы у нас хотя бы одна ничья, ну, не было хотя бы одной ничьи на костлайне. Да, я считаю, это здорово. Особенно система с овертаймами, это очень круто. Планируется буткемп длительностью более месяца на следующую EU Pro Лигу. В чем секрет успеха командной химии и как не убить собственных тиммейтов через пару недель совместного проживания? Рассказываю. На всех буткемпах возникают всегда абсолютно проблемы. Ну, не бывает такого, что ты с одними и теми же находишься очень долгое время, и у вас нет ни ссор, все так идеально. Ну, это, короче, как в семье, нереальная рубка, постоянно какие-то ссоры, конфликты, но все команды через это проходят, и это абсолютно нормально. И возникают как и бытовые конфликты, так и внутриигровые, так что это дефолт. Мы друг друга постоянно тут нормально так убиваем, так что все в порядке, сеть. Тут обычно драки, просто слезы, кровь, это ужас полный. Один раз, когда вот мы готовились, ну, то ли про Лига Милан, то ли мажор роли, мы играли в батальон. С Олегом просто мы уже душить друг друга готовы были из-за батальона. Но это просто обычные конфликты, это когда ты находишься с одними и теми же людьми, так сказать, в одном месте. Ну, конфликтов не избежать, но это, в принципе, нормально, так что ничего там страшного нет. Не знаю, не говорить с ними, не общаться, где-нибудь заныкаться там в подвале, в гараже. Ну, а если серьезно, выйти в октагон с Олегом, вымести свою злость и оставить всю злость в клетке. А октагон где? Октагон в подвале. Во время буткемпа у вас часто случаются, ну, часы, когда вы не играете, не практикуетесь и не играете официальные матчи. Mm-hmm. Чем обычно, как команда, вы занимаетесь в такое время? Так. Помимо Макдональдса. Ну, что я могу сказать. Иногда скутер бахает кальянчик. Мы можем посидеть, поговорить о чем-то, порассуждать. Что еще? Всякие разные другие игры. Допустим, перед мажором, когда мы его выиграли, мы играли в LoL. Очень часто вместе с командой. И это
Это нормальное времяпровождение, чтобы хотя бы иногда отвлечься от игры, потому что все равно, когда ты месяц сидишь на буткемпе и постоянно долбишь в игру, смотришь демки, что-то обсуждаешь, иногда нужно отвлечься, так что... Ну, в Лоле все равно у нас такие же проблемы. Горящие тиммейты, кто-то нас кидает, кто-то крыса, кто-то не крыса, но в целом все отлично, нормально по кайфу. Че по кайфу-то делаем? Ну, мы на каждом буткемпе, так сказать, находим какую-то игрушку и в нее играем. Там вот на ком-то это был батальон, перед мажором ноябрьским это был лол, вот на передыне мы играли в валик. Ну, постоянно какую-то игрушку находим и вместе с ним играем в нее, чтобы развеяться как-то. Как команда? Ну, мы часто после тренировок собираемся у кальянчика, скутеру респект, люблю скутеры. Также играем в разные игры. Кто-то в одно, кто-то в другое, иногда в одно и то же. Ну и все, в принципе. И октагон? Октагон? Ну там обычно вдвоем. А, я понял. Чтоб честно было.